Мы 13.07 хотим обратиться к народу, чтобы люди знали правду о нашей ситуации. Удерживали позиции всеми силами, всеми средствами. Средства закончились и... Ну, ни поддержки, грубо говоря, ни эвакуации, ни рациональных никаких действий от командования не поступало. Командования, штаба здесь нету. Просто, можно сказать, кинули. Связи тоже нет. Вот буквально вчера сидели, удерживали позиции. Ни связи, ничего не было. Ни команд. Всю ночь под обстрелом. И дальнейшие действия как бы были вообще непонятны. С нашей стороны даже поддержки не было. То есть мы сидели под снарядами вражескими, а их толком никто не обстреливал. Даже наш град по нам отработал. Дали команду на оттяг. Координаты, короче, где сидят. Сказали, что там наши пацаны, но команду дали одни фиг стрелять. И град отстрелял по нашим позициям. То есть по позициям, там, где были ваши люди, отработал. Короче, грубо говоря, да. Грубо говоря, как бы кидают на убой. Никакой ясности, ничего не было. И пополнять кем? Народу нету, кончается. Последние силы остаются. Из батальона должной, осталось 60 человек. Должной работы не было. Поддержки этой артиллерии, ну, грубо говоря, с их стороны 20, с нашей 2. Вот так вот. И до какого момента нас поддержали? Прилетает, с нашей стороны прилетает по противнику 2 снаряда. Да. И до хер его знает куда. Они кладут точно, у них птички, все есть, у нас нету ничего. По обеспечению тоже, можно сказать, вообще понты. Нет, ПК против танков у нас ни хрена нет. А они под танками. А нас отправляют, я не знаю, с карандашами. Еда, вода, все осталось от музыкантов. Музыканты уходили, оставили еду, воду. А у нас даже ни еды, ни воды. Все, БК оставшись, музыкантов. И последними горстками людей, как бы так сказать. 300 очень много раненых, да, 300-й, да. Эвакуация вообще хрень полнейшая. Власти нету, очень много раненых, 200-й. То есть 300 в основном становится 200, да? Уже были случаи. Из-за того, что не налажена эвакуация, да, нет связи. Да. Все взаимодействие, да, это выходит. Да. Когда вы последний раз своего командира вообще видели? Командира? Да. Командир с нами. Командир сидит, но от него... Но он с нами не на позиции. То есть на позиции мы сидим. Но он также в таком же неведении, как и вы, находится. Да. Потому что вышестоящее руководство, просто никаких приказов, от них ни весточки, ничего. Просто сидите и умирайте прям там на заводе, и все. Как ваш Гюрза сказал, еще нарожают. Да, да, да. Типа, вас убьют, ну, женщины нарожают. Но... Пацаны были на позиции... Туда заходили хохлы, а наши еще не отошли. Гюрза дал команду накрыть этот угол, этот квадрат. Там ему говорят, еще наши не успели отойти. Женщины, говорит, новых нарожают. Это он передал в эфире по рации. Весь батальон слышал. Ну, уже остатки от батальона. От батальона процентов сколько? 15%. От полка 37%. Команды отступать не поступают. Дали до последнего бойца там и находиться.